И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере Урал Клаб и с модом Анунаки на 5 декстрейтах. Так, в общем, прошли сутки практически, да, уже можно так сказать, сутки прошли. И этот чувак, ну, немного, так сказать, прокачался. Блин, опять инвентарь забился. Я его иногда пускаю, так сказать, на вольные хлеба. Он просто у меня бегает здесь и убивает всех подряд. Вот, ну и потихонечку лутается. Топорик, прикольно. А у меня... Мне лучше. Вот, ну и потихонечку лутается, и потихонечку качается. Очень потихонечку качается. В целом у него сейчас какой левел-то у тебя? 94-й, нифига у тебя так нормальный левел. Вот, ну и качаю я ему атаку. 90 хп, это офигеть. И оглушение 131 тысяча. Что за фигня? Почему он сказал, что у тебя... Ну ладно. По безопасочке заходим в дом. Вот, хотя все равно сейчас разобьюсь. Да, я так знал. Вот, ничего пока что не делал, немножечко птера себе покачал, она у меня теперь 890 левела, вот, сейчас летал там, немножечко металла полутал и так далее. Вот, в целом все осталось точно так же, как и было. Погоди-ка, где тушканчик? Какого ляда, а где мой тушканчик? У меня здесь один... пролетал и говорил о том, что мой сосед стела влупла и... Слушай, я тушканчика своего найти не могу. Он пролетал на Дрейке. Так что не исключено, что он просто-напросто спер моего тушканчика. Ну-ка. А может его кто-то просто вальнул? Давай посмотрим. Так, фундамент... Миньон, миньон, это все фигня. Ага. А, вот, ваш джинджер был убит свирепым медведем. О, да на блин. Ворота забыл открыть. О, закрыть. Вот, она вылезла у меня, короче, и огреблась. Ну, что поделать, что поделать, ладно. Потом другую притомлю, они, оказывается, нормально так спавнятся часто. Ну, по крайней мере, каждый день на каждом островке доспавнятся. Притомлю еще, и все будет нормально. Не думаю, что будет так. Вот, и, ну и насчет соседа, у меня сосед прилетает, там, привет, привет, как дела, там, меня зовут Степа, блин, господи. Не, ладно, он написал бы, привет, а там был подписчик, блин, и все в таком духе, ну, хорошо, ладно, я бы еще нормально. А так, привет, я твой сосед, нафиг надо, блин, сейчас напиши ему одно слово, он тебе 10 вапит в ответ и так далее. Он мне и без, вот, написал ему реально одно слово, привет, и все, он там начал уже там, меня зовут Степа, как тебя зовут, ну, блин, мне это только время. Время тратить. Так, сегодня, в общем, я хочу уже состряпать забор. Да, я в прошлый раз отвлекся, но сегодня я точно хочу состряпать забор. Так, переместить все. Переместить, говорю, все. Все, а, нет, мясо-то не туда. Мясо сюда, сюда, говорю, мясо. Мясо все сюда. Так, сейчас. Так, ну все, раскидал. Блин, у меня уже 4000 прайм мяса. Уже больше 4000 прайм мяса. А про обычное мясо уже молчу. Что это... 5, 10, 20, 2500. Дофига. Очень дофига. Я не знаю, нафига оно мне, но то все появляется и появляется и появляется. Ну да ладно. Так, кстати, я здесь немножечко оделся. У меня здесь эпик череп трайп, конечно, нет, это. У меня маскировочный этот. Сейчас так сниму. Вот он. Ну, уберись, зараза. Маскировочная маска. Вот, эпическая. Ну и остальные шмоточки я такие надел, ну, более или менее. Так, ладно, погнали. Кстати, я же топливо убрал. Я топливо убрал, и оно обратно сюда улетело. Специально не переплавлял, хотел показать, как она переплавляется. Вот, 5058 у меня металла, металлические руды. И, соответственно, должно быть 2500 с копеечками металлических слитков. Включаем и смотрите. То есть, во-первых, как оно жарится. Да, вам жарко, это понятное дело. Ну, вот, а во-вторых, просто смотрите скорость. Скорость. Офигенно. Просто офигенно, насколько это быстро все это делается.
Стекс. Во, да. Очень, очень сильно нравится эта печка. Я не знаю, насколько простая обычная промышленная печь. Но от Anunnaki сервера мне... Точнее, от Anunnaki мода. Мне она очень сильно нравится. Поэтому сейчас переплавится и уже продолжим. Ну и пока плавился металл, он весь переплавился, я сделал станок и уже начал создавать потихонечку прямой электрический кабель. Десяток я уже создал, и теперь я могу приступить к созданию ворот, собственно, и дверей. Двери сами очень мало тратятся. Это реально слиток металла 50 и дерево 350. Ну, понимаете, что это вообще просто кайф по сравнению с обычными каменами, которые, на которых только надо 900 что ли камня. А, подожди, сколько, не помню уже, сколько камня нужно. Ну, в общем, дофига камня нужно, давайте даже посмотрим. Это у нас постройки, камень, вот, ворота, а, 450 камня. Да, не спорю, 50 металла, все дела. Ну, опять-таки же, 50 металла добыть не так уж и сложно сравнительно. Но, опять-таки же, сама рама здесь стоит до жути как много. Просто реально до жути много. Это 1000 металла. Ну, 1000 металла это все в целом фигня, если уж на то пошло. Поэтому, как бы, создать не сильно создаст проблем. Поэтому создаем одни ворота. И создаем, точнее, одну раму и одни ворота. Дальше смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас слитка металла не хватает. Кстати, одна... Так, все, я создал, все как надо. Так, выключаем, чтобы он лишнее не тратил. Потому что я потом забуду о нем, он мне может весь бензин в итоге сожрать. Я знаю себя. Вот, сам забор тратит немало тоже. 300 металла это неплохо. Плюс 20 электроники это тоже вполне неплохо. Плюс электрокабель тратит он довольно-таки неплохо. То есть, если я не ошибаюсь, он вроде бы трешечку тратит. Так, производство, электричество. Два слитка металла, то есть еще дополнительных 20 слитка металла, потому что это 10. И все в целом как бы звучит, ну, не очень. Обсидиан, конечно, это все уже фигня и так далее, но забор при этом очень даже неплохой. Так, мы можем создать 3 таких и один такой. Собственно, для этого я и наделал электрических кабелей. Раз, два, три. Кстати, сколько XP получу? Нормально. Ну-ка еще разочек. Ну да, более или менее. Так, и один такой. Так, хватаем сразу же все. Ну да, неплохо. И погнали на улицу. Да, мне еще нужно будет делать господи, забор и так далее. Кстати, поставил сюда мостик. И реально это то самое, что мне нужно было. Я сейчас даже если захочу, я туда не свалюсь. И это реально то, что мне было нужно. Очень классно. Очень классно, мне пришла идея в голову. Так-с, давайте смотреть, как вы... выглядят эти вот... Твою матушку. Они выглядят огромными. Если не сказать, что очень огромными. Так-с, отлично. Ну, я видел, как они со стороны выглядят, но в упор я не подходил к ним. Мать, стена выглядит огромной, если не сказать, что очень огромный. Так, ну и маленькая. Так, давай вот так сделаем. И маленькая. Понятно! Маленькая она не просто четвертинка, она реально четвертинка. Какой там шестая часть? Понятно. Только огромный, только хардкор. Так что это придется мне поставить и сломать. Ну, я имею в виду большую, вот такую, короче, маленькую надо будет поставить. Обесточено. Да, такой заборчик прикольно. То есть это можно... кстати, вот здесь можно в упор просмотреть, как это все будет выглядеть на большой. О, задать пин-код. А, ну это типа это... подобрать! Круто. Но мне нужно разрушить. О, нет! Он попал по рельсику. Вот, а что я получил? Я хоть что-нибудь получил? А, ну да, половину ресурса получил. Отлично, 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 значит, все пучком. Так-с. Мне нужно вот это вот отменить, ну, выделение. Так, 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 так. И вот так вот. Нажимаем на троечку. А, заборчик, заборчик. Буду вести, наверное, от этого камня.
Блин, это явно не то, что мне нужно. Не, надо, короче, взять Птера и уже на нем немножечко подзависнуть и посмотреть, как же все-таки будет лучше. Ой, нафига я закрываю ворота, там мне сейчас вылетать. На взлет! Потом надо будет, да, заняться, сделать нормальный дом, все дела. Вот, ну, на это надо много времени. Так, ловушечки. Ловушечки примерно так же и будут стоять. Угу, угу, угу. Так, а забор, да, по сути, начать вот так вот, вот так, и туда упереться. Да, по сути, все правильно. То есть мне сейчас надо под углом поставить, так, ну-ка, еще разочек, под углом от фундамента до вот этого вот выпирающего камня. Это будет то, что мне нужно. Хотя можно поставить ворота, допустим, туда и туда, а посередине... Не знаю. Не знаю. Или можно зацепить побольше территорию и хапнуть вот от седого. Но это уже слишком перебором будет. Получилось поставить вот так, и это вполне неплохо. Кстати, как я понял, именно вот этими проводами лучше ставить наружу. И я еще понял, что мне дофига нужно будет ресурсов. Текс. Как вы состыковываетесь? Вы вообще умеете состыковываться? Ага, вот вы состыковываетесь, отлично. Только мне, походу, дело мешает моя труба, да? Мне, походу, дело мешает моя труба. Ну-ка, давай-ка ее уберем. Если что, я буду пускать ее вон там через дверь, через камни и так далее. Не проблема. Получилось застакать ее, точнее, забагать ее в камень, как видите, да, немножечко. Думал, она вообще багаться не будет, но вот, пожалуйста, камень, она забагалась и вполне себе неплохо. С этой стороны тоже примерно точно так же. Ох, помню, как я здесь своего аргентависа пытался вылавливать и на крюке кошки выпрыгивал, но это было в прошлом сезоне. Ох, как это было просто ад. Так, ну в целом понятно, что там, да как там, сейчас на птере лучше подлететь, это будет намного лучше посмотреть. Ага, ну да, то есть как бы только сверху можно облететь, но облететь можно и через забор. Так что в этом плане заморочек сильно нету. Так, пристакивайся. Ага. А почему? А потому что... Я не знаю почему. А почему ты не хочешь как нужно ставиться? Ну-ка стоять. Давай-ка посмотрим. Так, под углом. Понятно. Он может либо прямо, либо под углом. 90 градусов ставится. Ясненько. Более-менее понятно, как тебя, по крайней мере, ставить. Благо, можно подобрать. Это предусмотрено. И это хорошо. Что означает? Мне нужно очень, максимально четко рассчитать, как сделать так, чтобы она у меня шла прямо. Потому что она должна идти просто неимоверно прямо. Такс. Ну, благо, вид от третьего лица нам в этом помогает. Немножечко... Так, немножечко поворачиваемся. Так, и примерно вот так она должна идти. И как это выглядит со стороны? Убого. Такс. На камень могу забраться? Так, стоять. Угу, а дальше он уже стакается на камень. Отлично, просто... Просто полный задница. Нафиг все это дело. Такс. Ну, одно понятно, что нифига не понятно. И мне это нифига не нравится. Единственный только вариант... Единственный вариант... Это попробовать поставить ровненько так аккуратненько. Но при всем при этом... Так, явно не ровненько, а аккуратненько. Но при всем при этом сделать так, чтобы она застакалась и встала углом... По 90 градусов, то... А, по 90 градусов, как он, по 90 градусов? По 90 градусов, то вот так прям будет. Чутка сложно.
Я не знаю. В итоге у меня получилось поставить его только сюда. Ну, так, чтобы меня это устраивало. Потому что, ну, не хотел я, чтобы можно было так взять просто, тупо, и выбежать со своей территории. Хотя сейчас-то можно выбежать в итоге тогда. А нет. И током ударило. Но, блин, ну-ка, а если так? Ну да, все равно током ударит. Ноги переломал к чертям собачьим. Ох, я могу это, благо на камень упал. Если бы не на камень, так вообще бы нафиг ноги сломал. Так, давай. Ой, похаваем, похаваем, похаваем чутка. Так. Давайте смотреть, что в итоге будет дальше. Вроде бы я ее застакал так, как нужно. Слышь, ублюдок, ты почему под 45 градусов ставишься? Ах, почему ты там до этого не ставился? Вот козел. Ну точно так же, 45 градусов ставится. Козлина! Козлина! Ну ладно. Я все равно уже решил, что я именно так и буду ставить. Сейчас как раз таки посмотрим, мешаются ли труба. И труба не мешалась. Ах ты ж зараза, ну значит там просто она в целом не хотела ставиться, потому что вот она, и труба пошла сквозь. Ладно, трубы я восстановлю. Куда же деваться-то, зараза? Трубы восстановил, да, и слава богу, что я пошел их восстанавливать. Я вот это увидел. Чудо. Я их задом наперед поставил. Это просто какой-то... Как я так не заметил? Ну ладно. Как говорится, благо подбирать можно. И я не трачу еще тонны ресурсов на то, чтобы ее восстановить. Вот, а это означает, нужно просто быть внимательнее, черт побери. Такс. Тихо, 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 вот так вот. Это сюда, это туда. Угу, отлично. Так, нет, ворота рано. Так. Это сюда, это туда. Нет, зараза. Вот тяжело, вот не спорю, как бы эта система удобная, но тяжело порой понять, все-таки, где правильная сторона. Хотя это во всех играх тяжело, в том самом Расте точно так же тяжело. Вот. Я сейчас просто вот здесь, вот, в этом углу, были провода торчали, я по ним смотрел. Так, теперь они стоят правильно. Но, опять-таки же, ворота я хотел поставить где-то здесь. Потому что толку мне от того, что они там стоят, нету. И сейчас, знаете, я так подумал, я же хотел еще и ворота поставить еще и здесь. Давайте поставим одни ворота сначала здесь. Кстати, если я вот так вот уберу, они... О! А, нет. Нет. Стоп, они лазят, типа... Так, ну-ка. Как они получаются? Просто интересно, как ворота ставятся. Влазят, не влазят, то есть пристакиваются, не пристакиваются. Так, стакаются, отлично, они точно так же стакаются. Только вот как понять, как у вас застакать-то получше. Ага. И очень-очень-очень тяжело. Ничего не получается. Ей-богу, вот только под таким углом ставится, и неважно где, хоть здесь, хоть здесь. Либо по 90 градусов, либо 45 градусов. Ну не могу я поставить под 180 градусов, то есть вот так ровно. Я не знаю, тут еще сейчас прилетал Барс, подписчик, опять сосед долбанный, задолбал у меня. Вот, и Жемчуг у меня спрашивал, да ты дебил, блин, там в озере лутай. Ай, нафиг, короче. Ну, я не стал ему говорить. Сказал, что у меня просто весь жемчуг закончился и все. Ну, я сейчас, по сути, весь жемчуг и потрачу на забор. Или почти весь, я не знаю, сколько мне нужно. Но я не хочу потом плавать за ним и просто от того, что я там чуваку помог. Нафиг надо, блин. Помог один раз, а потом сам мучайся, нафиг надо. Вот, в итоге, короче, ничего умного не придумав, я поставлю ее вот так. Вот так. Так, а если туда? Сюда. Ясно. Еще немножечко. Оп. Ой, перебор. Ой, перебор. Ой, конкретный перебор был. Ой-о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 й. Прям. Ну, я люблю, чтобы было все красиво, ровненько, аккуратненько. Но не получается, так как у меня рука жовая.
Вот, реально, вот болезнь так болезнь. Рукожопие это просто что-то с чем-то. О, точно, я придумал. Сейчас я что сделаю? Я ничего сделаю вот так, как было. И вот так вот, хоп, выдвинул так это. И шлепс поставил. Оу, да. Во-первых, она освещает территорию сразу же. Ну, понимаете, факела и так далее. Jurassic Ark. Это, короче... А, нет, не Jurassic, а Jurassic Park. Jurassic Ark. Как будто, знаете, реально от П. Я сейчас просто так задумался. Как будто просто вот П буковка упала от парка. И был Jurassic Park, стал Jurassic Ark. Прикольно, прикольно. Вот. И, собственно, уже вот так вот и продолжу. Продолжу. Мне главное, да, подписчик писал там то, что... Сейчас я зачитаю. Так. Он написал. Вот, привет, круто, ничего себе, у тебя темп развития. Еще две серии назад у тебя был маленький домик, а тут Индоминус и Рекс, и уже забор электрический ставишь. Ну, темп развития, как я уже говорил, это, ну, ничего сложного в этом нету. Единственная вся проблема, это вот в этой вот циферке долбанной. Когда переваливают за определенное количество левелов, то проблем нету, остается только проблема в ресурсах. Но... Имея вот такую вот тушку с нормальным весом, с нормальным здоровьем и скоростью, вы можете налутать ресурс металла, ну, сколько вам угодно. То есть в этом плане проблем нету. Вот, поэтому как бы, опять-таки же, если знаешь что-то, когда, где и так далее. Ну, я знаю очень мало, поэтому я и развиваюсь очень медленно. Так, ну здесь без разницы, как ворота ставить. Ворота красные, ворота огромные. Сколько здоровья хоть у ворот этих? Так, стоять. Вы это слышали? Черт побери! Это играет музыка при открытии ворот. Так, стоять, общая громкость. Сейчас побольше сделаем. Так, сохранить. Так. Еще разочек. Это прикол. Я думаю, что это из Jurassic Park, потому что как бы других вариантов-то и нету. И я думаю, эта музыка взята из того момента, когда именно открывались ворота. Много? Да, я правильно звук настроил. Вот. Ну это прикольно. Это прикольно. Это реально прикольно. И, кстати, очень нравится то, что ворота освещаются. Это просто... Кайф, это просто кайф. И смотреть такое отражение, все дела. Так. Я же музыку останавливал. Текс. Вот, собственно... Ой. Вот так у меня будет заборчик выстраивается потихонечку. Ну что, я опять не поставил, ты по-козлячему. Ну что за фигня? Вот чё, блин? Вот не смотрю. Вот сейчас смотрите, вот не совершайте таких ошибок, как я. Вот смотрите, видите FPS строчку, видите вот стеночку. Провода смотрят вовнутрь. Нажимаем на Е, и они смотрят наружу. Вот так надо ставить. Вот так. В натуре. Как на лапах. Вот. Остается единственное, это мне... поставить, кстати, что сюда еще? Пару стенок, ворота и опять стенки. Еще, наверное, одна стенка пойдет. Вот. Остается сюда будет провести электричество. Конкретно прям электричество хочу провести сюда. Под каждую буду проводить, не знаю, они будут застыковываться через ворота. Нет, все-таки ворота не застыкованы к ним. Вот, но опять-таки же, вот эти ворота будут застыкованы. Как раз угол под 45 градусов, это то, что мне и нужно будет. Вот, сейчас поставлю стенку, туда поворот и так далее. Просто сейчас у меня нет, вроде бы, ресурсов мне не хватает, чтобы что-то еще доделать. Давайте посмотрим даже. Да, у меня металла 551, и... Да хотя чё, какого чёрта? Сейчас я сгоняю всё нафиг, залутаю, и... чё уж,
серийка ушиб, пускай еще продолжится немножечко подольше. Уж доделать, тогда делать все до конца, даже. Фух, народ, ну в общем, потратил я очень уйму времени на все это строительство, но заборчик у меня выведен. Вся основная проблема в том, чтобы застыковать их. Но опять-таки же это моя личная была заморочка. То есть, если у вас не состыковываются они, не проблема, не беда, просто ставьте так, как вам нужно. Главное, чтобы не было зазоров. Вот, ну, как я уже сказал, это моя личная замута была. Что-то не хочу проверять на этом потере. Ударит током или нет. Вот, поставил ворота вот так вот, и уже, как видите, я запитал их. Вот, запитывал тоже своеобразно, тоже да, еще тот идиотизм получился, ну да ладно. Поставил, в общем, я начал ставить именно с центровой, поставил с центра, развел в края. Здесь по низу фиг пройдешь, по верху можно вот так прилететь, но опять-таки же, если можно здесь прилететь, то можно и здесь прилететь. Вот, поэтому как бы это все без разницы. Ну, а здесь, собственно, вот тоже все перекрыто и никуда никак не пройти. Соответственно, единственный вариант это только пролететь. Ну, а пролететь можно и через верх. Вот, поэтому, какого такие вот дела. Вот здесь маленький мостик ставил, чтобы, так сказать, развилочку можно было поставить. Что-то убираем. Все фундаменты я уже убрал. Лишние. Вот. Потому что, по идее, здесь не должны уже спавниться. Очень сильная проблема была в том, что в скалы не багается, если ты уже... То есть, если ты начал со скал багать, то все нормально. Если ты пытаешься в скалы забаговать уже после, то она не багается. Эпс. Эпс. Нет, током не бьет. А я надеялся, что током дарит. Ну да ладно. Ой, задать пин-код, а почему так-то? Я же вроде бы задавал. А, понятно. Ну, все понятно. Короче, это я не то, короче, сделал. И я вообще здесь застрял нафиг. А как же я эту ворота-то ставил? Ну-ка. Ой, стенку точнее. Так-с, так. Немножко лишних проводов наделал и так далее. Но это все фигня. Если я не ошибаюсь, то я здесь... А, нет. Я здесь также пристыковал. То есть, оп. И вот она. Да, блинский, я опять вовнутрь сделал. Вот, здесь они у меня все пристыкованы друг к другу. То есть вот так вот именно. Все пристыковано, все как надо сделано. Так что для меня это оказалось трата нехилу, так такая трата времени. Ну да ладно. Самое главное, я это все сделал. И реально, я вот это вот все, вот этот промежуточек был, это 2 часа прошло реального времени. Вот, поэтому как бы, ну, зато красиво. Зато красиво сделано и нормально. Я в этом плане удовлетворен. Так что все хорошо. В общем, вот такие вот дела, народ. Вот такой вот электрический забор и Jurassic Ark. Да, Jurassic Ark, именно Jurassic Ark. Все работает. Я здесь потом поставлю прожектора. А вот, чтобы они освещали впереди и сзади. То есть, чтобы они освещали и территорию, и не только. Так сказать, и внутри, и снаружи территории. Вот, поэтому все будет. Ну, а самое главное, то, что здесь больше никто спавниться не будет. И это очень-очень-очень сильно замечательно. Это означает, я могу выпускать своих динозавров просто на блуждание. И пускай они здесь ходят, бродят и никуда не выходят. Вот такие вот дела, народ. В общем, на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Понятное дело, если вы впервые на канале, то подписываться. Если вам понравилось, ставить лайк, комментировать, если у вас есть какие-то мысли, идеи и так далее. Ну, в общем, всем удачи и, конечно же, всем пока.